Хей-хей-хей, с вами Нео Муравей, и давненько мы с вами не виделись, ну, сколько там, месяц, два, три, больше, да? Ну, ничего, скоро я начну снимать ролики в прежнем темпе, 2-3 ролика в месяц, 4 не могу пока гарантировать, 2, думаю, точно в месяц будет выходить. Это видео будет в лайфстайле, где-то половина, у вас там тайм-код выскочит, когда вторая половина и первая, ну, то есть начало и первая, вторая половина. Очень сложно. Давно я не снимал ролики. Так, сегодня мы будем кормить наших муравьев Петроморем Каеспитум, Циспитум. У них много названий. Да, они, кстати, плохо. У них тут мусора очень много. Но я думаю, их видно. Также мы их будем кормить сегодня желешкой. Вот такая желе. Мне ее прислали вместе с маткой. Я не помню название вида. Если что, напишу либо в комментариях, либо на экране. Что случилось с этой маткой? Да, она сбежала. Просто непонятно, как она смогла свалить. Просто вылезла из пробирки, похоже, ночью, и ушла. Тут, конечно, она могла куда угодно уйти. Так, ну смотрите, что у нас мы имеем. Желейку. Я, кстати, ее хочу попробовать. В комментариях спрашивал, типа... Лучше окно закрыть, да? То собаки всякие хавкают. Вот так вот желейка выглядит. Прикольно, на мой взгляд. И сейчас понюхаем. Знаете, на запах... Нос моргнул. На запах напоминает квас. Она у меня хранилась в холодильнике где-то сколько? Сколько я видео не снимал? Это было последнее видео со распаковкой. Ну вот. Мы сейчас тоже попробуем. Вот я ножичек взял. Попробуем взять, как он по текстуре вообще выглядит. Ну, в принципе, как желе. Надеюсь, вам видно. Вам видно? Вот, то есть он легко пронизает. Это желе для жуков. Жуков всяких, вот. Ну, думаю, ничего плохого не будет. Там максимум живот скрутит. Я надеюсь, я не умру. Кружка. И все не умру. Так, давайте попробуем. Сейчас я возьму небольшую часть. Вот столько. Пробую. Ну, знаете, на вкус как желе. И квас. Вот сейчас реально квас. На вкус как квас. Это желе из кваса. Сейчас чуть-чуть попробую. Оно не сладкое, не соленое, на вкус как квас. Очень странный такой вкус, потому что квас я давно не ел, не пил. Но знаете, он когда немножко постоит квас, вот примерно такой же вкус. Ну знаете, если я дал бы какому-нибудь другу и сказал бы, что это желе, он бы даже не понял, что это для тараканчиков всяких. Ну. В принципе, на вкус неплохо. Правда, как я его потом хранить буду, ну, это уже другой вопрос. Давайте попробуем покормить данный вид таким деликатесом. Для этого мы возьмем, скорее всего, пинцетик вот такой. Вот такой вот. Еще немножко кривоватый. Но, в принципе, он должен... Так, не понял. Сейчас мы уберем ватку. А, вот тут уже один... Муравейчик пытается вылезти. Какой он злой. Так, вам не видно. Нам бы его как-нибудь стряхнуть. Ну, ладно. А, надо какую-нибудь дощечку. Ой, дощечку. Бумажечку, что ли, подложить. Вот у меня тут тетрадный листочек. Вот, небольшой тетрадный листочек. Тут даже что-то написано. Иероглифы какие-то. Так, вытаскиваем, засовываем. Так,
Думаю, вам видно. Возьмем также небольшой кусочек желе. Его сложно поддеть, так что возьму тоже ножичек. Вот. Не, ну это очень много. Ага. А, ну да, конечно. Ну тогда сейчас сделаем вот так. Мы возьмем бумажку. И вот так вот нанесем желе. Ой-ой-ой. Вот знаете, пинцеты из Фикспрайса неплохие. Так, вот ее просунем. Где у нас муравейчик? Вот муравейчик. И закинем его вот сюда. Обратно закупорим. Проход. Так, тихо. У меня тут кружка стоит. Зачем я ее сюда поставил? Так, ну и все, в принципе. Желейку обратно наверх в холодильник. Можно ли ее так хранить? Ну, если нельзя, можно, в принципе, на завтра кому-нибудь отдать. Там брат, у меня брат приехал. Вот ему деликатесы будет. Так, сейчас вот это мы уберем, которые тут остатки. Ну, на вкус, да, он как квас, можете даже не проверять. Просто можете квас и где-то полчаса его разгазируйте, подержать открытым, и будет такой вот на вкус. Но муравьи пока еще не нашли. Предлагаю перейти в макро. На этом видео заканчивается. Ты можешь спуститься вниз, поставить лайк, комментарий и подписочку оформить. Ведь с вами был Нео Муравей. Всем удачи, всем пока.
с вами на муравей. И что ж, Господи, как же я отвык от всего этого?